Ні аднаго работніка Гомсельмаша не звольнілі па палітычных матывах. Людзі, якія прымалі ўдзел у акцыях пратэсту, працягваюць працаваць на заводзе. Некалькі чалавек звольніліся па ўласным жаданні. А з электрамантёрам, аб якім так шмат зараз пішуць у сацыяльных сетках, працоўныя адносіны спыненыя па далёкіх ад палітыкі прычынах. Сёння побач з заводам зноў некалькі мітынгуючых. З якімі патрабаваннямі і прапановамі яны прыйшлі? Глядзіце ў наступным рэпартажы. Большасць беларусаў і так знерваваная тым, што адбываецца ў краіне. А тут яшчэ гісторыя супрацоўніка завода, якога нібыта не выпусцілі з тэрыторыі на мірную акцыю пратэсту, а потым звольнілі. На самой справе тлумачыць нам на прадпрыемстве, рашэнне аб звальненні было прынята не па палітычных матывах, а з-за неаднаразовага парушэння працоўнай дысцыпліны. А ў памяшканні падчас акцыі мужчына зачыніў сябе сам. То, што таварыш савіцкі ўчастваваў в акциях протеста, и по этой связи с этим его уволили с нашего предприятия, это не соответствует действительности, поскольку, работая в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха сетей и подстанций, данный работник имел действующее дисциплинарное взыскание за нарушение охраны труда. Вот, и поводом для увольнения послужило второе нарушение данным работникам предприятия, которое заключалось в том, что он производил несанкционированные съемки на предприятии и нарушил положение по пропускному и внутриобъектовому режиму, которым он был ознакомлен. Учора под стенами Гомсельмаша прошла мирная акция протесту. До завода с бело-червоно-белыми стягами пришли несколько десятков человек с закликом до заводчан спынить вытворчасть. Праз некоторый час до их вышли и сами работники предприемства за дворотной пропановой. Исти на мирный диалог и не перешкаджать працы. До речи, учора ни один работник завода по час мирной акции не перешел на бок протестующих. Мы вышли сюда высказать свою гражданскую позицию. Хочется, чтобы наша Беларусь была мирная, чтобы наши дети не боялись и жили на этой земле счастливо. Мои родители работают на предприятии, и я также работаю на этом предприятии. Хочется, чтобы оно процветало. Я за то, чтобы завод работал. По одной простой причине, что у меня двое детей, жена. Соответственно, чем больше забастовок, тем меньше мы работаем. Соответственно, я просто не получу свою зарплату, мне будет просто нечем кормить свою семью. Поэтому я однозначно против забастовок. Сёння побач з адным з будынкаў Гомсельмаша чарговая мірная акцыя. Усяго мы налічылі 9 чалавек. У асноўным гэта юнакі і дзяўчаты. Толькі дзве жанчыны сталага ўзросту. У руках прысутных лістоўкі і невялікія плакаты з заклікамі «Завод, не маўчы», «Сельмаш, не бойся, выходь». Жанчына, якая трымае аркуш паперы з гэтым тэкстам, хавае за ім твар. Некаторыя больш ахвотна ідуць на кантакт з прэсай. Мы хотим перемен. Каких? Вернуть конституцию 94 года. А что в ней? Чтобы был только один президент. К заводчанам какой у вас призыв? Мы хотим, чтобы они не боялись и вышли своим словом. В первую очередь мы пришли поддержать бастующих этого завода, если они, конечно, есть. Мы надеемся. Они есть, вы видели? Есть люди, которые проходят мимо, берут листовки. Есть те, кто пишет в телеграм-каналах, что не хотят бастовать, но на них давит начальство. Я тоже пришла сюда поддержать работающих, которые хотят выходить и бастовать, но их не выпускает начальство, они давят на них всячески и все такое. Откуда информация, что закрывают? У меня есть знакомые здесь, на заводе, которые говорят это. Тем часам до митингующих никто из работников завода не вышел. У одних скончилась працоўная смена, и они пошли до своих семей, у остальных праца у разгары. Бо отказность за выполнение заказов не только имидж холдинга. Это еще и махчимость для заводчан заработать у горячие месяцы больше. По некоторых працоўных специальностях зарплата у липени перевысила 3000. Средняя по заводе амаль 1200. У цеховых рабочих больше за 1600. А социальный пакет Гомсельмаша с бассейном, спортивными залами, домом культуры, знакомитым санаторием машинобудовник, шматлікімі льготамі і дапамогамі сем'ям адзін з лепшых у рэгіёне. Дык навошта нам баставаць, кажуць супрацоўнікі. Работа ў нас ёсць, калектыў дружны, работаем, даже і остаёмся пасля работы на групу прадлённага дня. Это што значыць? Это значит то, что много работы, нужно работать, и просят оставаться, мы остаёмся. Это оплачивается дополнительно? Да, это оплачивается. Политические вопросы меньше интересуют, интересует больше условия труда, работа, заработная плата. Работой своей удовлетворен, работаю в профессии не один год. Хочу и дальше работать в том же режиме.
получать достойную заработную плату и спокойствие в трудовом коллективе. Негативно до агитации спынить вытворчасць ставятся и у Ковальским цеху. Вообще отношусь негативно. На митинги, да, приходят, агитируют, но и агитируют остановить завод. Но мы против остановки завода. Митинги мирные, пожалуйста, я считаю, можно и проводить, все спокойно, добиваться своих требований. Но останавливать не нужно. Сейчас у нас есть работа, мы работаем, кормим семьи, как говорится. Работа есть, все есть, почему не работать, зачем останавливать? У завода есть свои обязательства по поставке продукции. Также их нельзя срывать. Это потеря денег. А сейчас и так тяжелое время финансовое. Нельзя останавливать производство. Тем более в данной ситуации. Вот, как сказал мой коллега, у нас сейчас появилась работа, да, у нас заказы есть. Когда можно, вот у меня семья, трое детей, мне нужно обеспечить их как-то. Думать о завтрашнем дне, как мои дети будут завтра смотреть. Поэтому мне нужно сейчас, чтобы отработать, чтобы достойно зарплату принести домой, чтобы были заказы у завода. Если мы остановим производство, все, мы потеряем клиентов. Зараз на Гомсельмаши напружена. Не за политики, просто вельми шмат працы. Треба поспевать у отведенные термины сбирать и отгружать технику. У гэты дни десятки сельгазмашин шакают у России и Казахстане. Те, кто призывает к подобного рода действиям, они не отдают отчет вообще ни себе, ни своим действиям, ни последствиям этих призывов. И наше предприятие, наш коллектив нужно отдать должное. Я со всей ответственностью заявляю, что превалирующее большинство, абсолютное большинство работников холдинга «Гомсельмаш» не поддерживают эти требования. Сегодня мы наблюдаем, как люди работают, работают усиленно, понимают, что идет напряженная пора. Нужно изготавливать качественную продукцию и в срок ее нужно отгрузить. Есть так называемые обязательства перед своими покупателями, перед нашими партнерами. К слову сказать, вот у нас буквально 65 машин законтрактованных, которые должны буквально в течение 2-3 дней отгрузиться в Казахстан. Если произойдет какой-то сбой, то, безусловно, это отразится на общем репутации, на общем имидже, и не только холдингу «Гомсельмаш», но и всей страны. Поэтому наши работники это все прекрасно понимают, они приходят на работу с нормальными мыслями, абсолютно все в коллективе спокойно управляемо. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».